Вряд ли можно усомниться в пользе утренней зарядки. Лучше всех об этом знают профессиональные спортсмены. Но пообщаться с ними вживую удается не так часто. Но такая возможность появилась у детей и их родителей одного из детских садов Тюмени. Утреннюю зарядку к ним приехал провести олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта Денис Спецов. Это действительно очень важно. Тем более, что приобщение к здоровому образу жизни начинается всегда с юных лет. И я понимаю, что Денис Сергеевич, как спортсмен, это прекрасно понимает. И ему большое спасибо за то, что он нашел возможность поделиться этим с детьми, показать им, насколько значима утренняя зарядка. Но и для родителей это тоже полезно, потому что зарядка – это заряд бодрости на весь день и гарантия того, что человек в будущем будет вести здоровый образ жизни, будет здоров, будет успешен. Детский сад номер 95 оказался выбран не случайно. Во-первых, его воспитанником был другой олимпийский чемпион Антон Шипулин. А во-вторых, его сотрудники и даже родители детей уделяют спорту особое внимание. Все наши сооружения, в том числе корт, строил один из родителей наших воспитанников Вячеслав Козлов, который фанатом был хоккея, его внук, и занимался здесь. И под эгидой Вячеслава Козлова мы начали все свои спортивные сооружения строить и развивать спорт массово в детском саду. Появились эти спортивные объекты уже 20 лет назад. Все это время за ними бережно ухаживали. Корт покрасили только в прошлом году. Но мало иметь возможности, нужно ими пользоваться. Конечно, мы очень любим спорт, и наши все воспитатели, наши все сотрудники очень любят спорт. Поэтому у нас постоянно проводятся мероприятия с родителями, различные эстафеты, игры, футбол, мини-футбол, пионербол. Родители активно участвуют и благодарны нашим сотрудникам за вот такие мероприятия. Помимо желания для занятий спортом, нужна еще и мотивация. Денис Спецов постарался решить и этот вопрос. Для воспитанников детского сада лыжник по своей инициативе устроил автограф-сессию, а также в прямом смысле дал прикоснуться к своим победам. Для детей небольшая мотивация посмотреть олимпийские медали, увидеть вживую. Не у каждого тоже есть такая возможность. И, возможно, для кого-то это будет определенным стимулом и мотивацией тренироваться, заняться каким-то видом спорта, возможно, даже лыжными гонками.